Еще 2 недели без дождя. Солнце плавит рельсы на Донбассе и может повлиять на расписание поездов. Однако синоптики просят журналистов не называть нынешнее лето аномальным. Говорят, что настоящее пекло было 10 лет назад. Как пережить тропические дни, знает Елена Виток. Перед работой она всегда купается в фонтане. Евгения каждый день ездит в Донецк, здесь сыновато, и тут смывает дорожную усталость. Коллег уверяет девушка, ее мокрый вид не пугает. Но это не страшно, это прикольно, тем более такое солнце яркое, это 5 минут, и ты сухой. А ощущение на целый день. О, ходим раздетые. Вот так спасаемся. Меньше одежды и больше времени в тени – так спасается от жары водитель 7-го маршрута Григорьевич. Он сетует не только на погоду, но и на свою машину. Говорит, отечественный производитель не позаботился о водителях и пассажирах-земляках. Делали автобус, он не обдувается, ничего нету. Ни вентилятора, ничего. Как хотите, так тут и живите. Из-за жары в Донбассе плавятся даже рельсы. Деформацию уже устраняли в Луганской области. Пока поезда курсируют в обычном режиме. Но железнодорожники не исключают, что пекло внесет изменения в расписание. Уже за 50 уже потихоньку подходит. Но если будет продолжаться такая же погода, мы не исключаем, что на некоторых пассажирских участках именно во время дневных перевозок мы будем ограничивать движение. Палаты кардиологии 3-й городской больницы заполнены. Федор Иванович за лето уже перенес 4 инфаркта. Ветеран на улицу практически не выходит, но сердце не выдерживает жары в квартире. Мне стало плохо, я потерял сознание. Жена вызвала скорую помощь, и вот меня привезли сюда. 35-градусная жара бьет по здоровью не только пожилых людей, предупреждают медики. Если долгое время находиться на открытом солнце, то может случиться инсульт. Врач-кардиолог Борис Бекер лучшей защитой для организма от перегрева считает горячие напитки. Чай, у него многообразное действие. В том числе, вызывая потоотделение, мы охлаждаем организм. Это естественная вещь, поэтому, в принципе, не обязательно пить ледяные напитки. Больше 30 градусов в тени и без дождей. Такая погода продержится до первой половины августа. Сейчас у нас наблюдается температура в районе 32-33 градусов. Поэтому для конца июля абсолютно нормальная температура. До конца месяца и в начале месяца августа у нас дождей не ожидается. И сохранится температура с ночными температурами 19-20 градусов тепла и дневные температуры 30-35. Жару в Донбасс принес ветер из Турции. Тропическое пекло сейчас на всех курортах Средиземноморья. А вот в Африке дышится легче. Жарко, очень жарко на Конго. Я думаю, что Донецк очень жарко, да. Елена Витык, Александр Соколов, телеканал Донбасс.